втором сезоне к проекту присоединился Азербайджан. Шабнам Абдулазада – яркая и талантливая представительница новой страны-участницы проекта. Ее выступление и игра на национальном инструменте каманча произвели впечатление на судей. Каманча для меня инструмент, который я взяла в руки еще совсем маленькой. Для меня это личность, с которой я дружу. Я делюсь с ней своими мечтами, желаниями, сегодняшним днем, прошлым, всем тем, что не смогла сделать. Я делюсь с каманчой своей грустью. Когда я исполняю на ней какую-то музыку, то вся моя жизнь проходит перед глазами, как лента из кинофильма, и без нее я не могу представить себя. Она идет со мной по жизни. Даже мои близкие люди называют меня Каманхану. Мне очень приятно это слышать. Благодаря каманче я смогла пережить смерть своего брата. После его потери я смогла выстоять благодаря музыке. Порой я играла на каманче 9-10 часов, плакала с каманчой, пела ему колыбельную, говорила с ним. Благодаря этому инструменту я выражаю свои чувства радости и печали. Шабнам, конечно, крутая, какая она позитивная, какая она интересная. Шабнам очень интересная на сцене, очень, и она очень креативная. Музыка в моей жизни занимает большое место. Даже могу сказать так. Как человек может любить другого человека, так же и я. У меня такое же отношение к музыке и искусству. Я живу музыкой. Театр и музыка для меня очень важный тандем. Сцена, музыка. Во всем этом я чувствую себя далеко от всех проблем, от реальной жизни, как в чистом небе. Я осталась довольна собой после выступления в полуфинале, потому что на прослушиваниях у меня возникли проблемы. Сгорело мое платье, я сильно переживала. Но в полуфинале все уже было четко подготовлено. Со мной выступали танцоры, также была команда стилистов и визажистов, которая помогла мне со сценическим образом. Ты бьёшь тебе.
Дорогая Шабнам, я видел это, и для меня сейчас я понимаю, и надеюсь, что для тебя это самое главное. Ты сделала то, что ты хотела. Не знаю, насколько это будет воспринято там, прям миллионами, да, с точки зрения там, исполнительского искусства и так далее. Это не важно. Ты сделала то, что ты хотела. Ты уже победитель. За это я тебя благодарю. Своему делу стало залогом успеха для Шабнам. Набрав большинство голосов в седьмом полуфинале, исполнительница прошла в финал проекта. Я не думала, что пройду в финал. Говорила себе, дойду до полуфинала и все. Но после полуфинала амбиции стали расти. Период голосования я перенесла очень беспокойно. Можно сказать, я не ела, не пила. Я видела, как много людей поддерживали меня. Это были друзья, знакомые. Было очень много незнакомых людей, которые мне писали и ждали моего выхода в финал. Это замечательное и незабываемое чувство. За все страницы, за все Азербайджан, за кто меня поддерживали, кто меня верили, кто меня выбрала, кто меня дала голосование. Когда мне сказали, я просто замерла. Я только начинаю полностью вникать в это чувство. Голосуйте за финалистку из Азербайджана Шабнам Абдулазада в суперприложении iTu. Безграничное спасибо зрителям, которые поверили в меня и довели меня до этого этапа. Действительно, я здесь благодаря вашим стараниям. Сейчас мне нужна ваша поддержка, благодаря которой я оказалась здесь. Я верю, что вы сделаете меня первой. Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и монетизируй творчество. iTube. Все свои. Смотри, снимай.